Двоих человек спасли из огня екатеринбургские пожарные. На улице Челюскинцев на 5-м этаже дома загорелась квартира. Когда к месту ЧП прибыли первые подразделения огнеборцев, полыхало практически все помещение. Огонь столбом вырывался с балкона. Спасатели тут же ринулись на штурм, выбили железные двери и спасли находившихся внутри пожилую женщину и ее сына. Дама в состоянии шока была госпитализирована. Мужчину с ожогами большей части тела доставили в 40-ю больницу. Причины возгорания сейчас выясняют эксперты.